20 февраля 2023 года члены Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров спешили на важное мероприятие – долгожданную 26-ю отчетно-выборную конференцию. Она прошла на территории крупнейшего выставочного комплекса города – ВДНХ, при поддержке экскурсионного бюро выставки, которое любезно предоставило нашей ассоциации великолепный зал в одном из самых известных исторических павильонов выставки – Центре космонавтики и авиации. Гиды и экскурсоводы регистрировались, обменивались приветствиями, получали мандаты для голосования, материалы конференции и занимали места в просторном зале Центра космонавтики. Мы ждали эту конференцию с особым чувством. 4 года из-за пандемии мы не проводили таких крупных мероприятий в ассоциации. Конференцию открыл Александр Осипов, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, зачитал приветственное слово от почетного председателя Российского союза туроиндустрии Сергея Павловича Шпилько, а также рассказал о создании ФАРК – Федерации ассоциаций российских гидов. Делегатов конференции приветствовала Елена Ивановна Жук, заместитель директора ВДНХ, и Наталья Демидова, представитель павильона «Космонавтика и авиация». С отчетом о работе выступили члены правления, которое было избрано в 2019 году. Марина Кресова, вице-президент ассоциации, Елена Тихонова, исполнительный директор ассоциации, Милана Львова, представитель сообщества экскурсоводов, Елена Фоминых, представитель сообщества английских гидов-переводчиков. Всего здоровья. И самое главное, никогда не терять надежду и веру. Оптимизм – это качество, которое позволяет выживать в любой ситуации. Людмила Крюкова, представитель сообщества испанских гидов-переводчиков. У нас состояли группы в Facebook, Участников конференции приветствовал наш гость и неизменный участник конференции Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Евгений Залужный, руководитель Ассоциации гидов-экскурсоводов города Ростов-на-Дону. Он рассказал о том, как проходит аттестация гидов-экскурсоводов Ростовской области. На конференции также выступила Виктория Берлизова, руководитель Ассоциации гидов-экскурсоводов с нарушением слуха. Эта ассоциация была создана в 2022 году, и сегодня в ее рядах уже 30 гидов с нарушением слуха, имеющих официальную аккредитацию для работы. Перед выборами нового правления ассоциации и голосованием по проекту резолюции конференции нас угощали горячими блинами со сметаной и джемом, вкусным печеньем, чаем и кофе. Гиды-экскурсоводы смогли поговорить и обсудить разные вопросы во время этой чайной паузы. А после перерыва к участникам конференции обратился Сергей Ярцев, председатель счетной комиссии. Наступил важный момент – голосования и выбора нового состава правления ассоциации, которым предстоит работать следующие 3 года. По окончании конференции гиды-экскурсоводы много фотографировались и обменивались впечатлениями. Мы не прощались, мы говорили до скорой встречи на ежегодной конференции ассоциации в 2024 году.